Пятый номер мирового тура по пляжному волейболу бразильянки Мария Клара и Кэрол закончили свое выступление на московском этапе мирового тура. На стадии кантри-квота Клара и Кэрол в двух сетах уступили своим соотечественницам Вивиан и Вьере 22-24. Теперь последним предстоит борьба в квалификации, которая состоится 14 июля. В другом матче путевку в следующую стадию завоевал дуэт Стефани Роль и Окка Рау, переигравший Риекке Брин-Кабелер и Карлу Боргер.